Увидеть закулисье и узнать азы профессии. Сегодня в театре «Глобус» открывали актерские секреты для всех желающих. Шансом воспользовалась и моя коллега Елена Медведик. Иногда человеку достаточно надеть на себя маску, и внутренний мир меняется и преображается. Меняется голос, меняются манеры, повадки, движения. Это и есть магия театра. Маски для ребят – отличная возможность почувствовать себя безопасно и раскованно. Прикрыв лицо, можно смело играть роль. Впрочем, далеко не все участники встречи хотят быть актерами. Александр учится в 7 классе. Уже сейчас мечтает стать профессиональным пианистом. Уверен, такая встреча полезна и ему. Музыканту необходимо быть немножечко актером? Да, потому что это профессия напрямую связана со сценой. Что вы сегодня для себя вынесли? Актерские качества. Какие? Смелость, уверенность в себе, фантазия, харизма. Вы спросите любого артиста, 150 лет работают в театре или первый год работают, все трясутся. Все трясутся. Особенно, когда на выпуске спектакля. Сегодня роль педагогов примерили на себя артисты театра Иван Басюра и Ирина Нахаева. Системы Станиславского и Вахтангова они объясняют легко и доступно. Теперь ребята знают, способы лицедейства бывают разные, от внешнего к внутреннему и наоборот. Мы ориентируемся на те персонали, которые у нас работают в театре. У нас прекрасные люди, которые возглавляют цеха творческие. И мы бы очень хотели детей познакомить, и только они, как нам кажется, имеют возможность и право передавать вот эти мастер-классы, вот это знание профессии в руки детей. Увлечь профессией актера помогают элементы игры. Школьники выполняют простую разминку. В стенах театра даже знакомая зарядка превращается в тренинг. Ребята увлеченно прорабатывают главные инструменты актера – тело, речевой аппарат, голос. Потому что объединяет театр все. А театр – это дети, это игра, это весело, это очень интересно. А потом ребятишки всегда, и они какие-то очень… При той ситуации, даже что если они зажимаются, то они зажимаются так искренне. Понятно, почему зажимаются. Сразу понимаешь, что надо сделать. Все как на лице написано. Все. Герои и героини, короли и лакеи, субредки и злодеи – все эти амплуа доступны театральным актерам. Сегодня юным посетителям «Глобуса» наглядно показали, что эта профессия непроста, но очень заразительна. Елена Медведик, Александр Егоров, новости ОТС.